Доброе утро всем. Я в Ялте иду набережную. Мандарины абхазские у них 75, ну как и у нас в Сочи. Базар. Базарчик. Напоминает мне 90-е годы. Все на полу продают. Это Киевская улица. Елки на каждом углу продают. В центре города. А вон там на горах снег лежит, видно. Всю ночь дождик лил в Ялте. Ты маркером напиши, что нога там на коробочке. Эти шары на деревьях будут вечером светиться. Сижу в кафе, заряжаю камеры. Ноутбуки. Интернет здесь слабый. Закачивается по 2 часа, по 3. Видик. Народ тусуется в Ялтушке. Пасмурно, конечно. Ну что же сделаешь? На набережную выйду, посмотрим, что там. Я снимал квартиру, там интернет вообще беда. Ролики вообще не загружает. Сейчас в кинотеатр пришел, подсоединился к Wi-Fi, ну более-менее, но все равно плохо. Дедушке Ленина пойдемте подойдем. Старинные памятники мне всегда нравились. Травка зеленая. Особенно, когда вот этот Ленин. Не свалили, ничего не заменили. Нормально.
Классный памятник.